Всем привет, приветствую снова Ритвёш, и как я и обещал, сегодня видео по открытию 5, а может даже 6 таверн. Возможно, мы откроем сегодня 6 штук, типа мне выпадут гемы, я сделаю сброс Little Band, и будет у нас не 5 таверн, всего 3 тут, а 2 на твинке, а тут 4 и на твинке 2. Ну что ж, думаю, стоит начать. Конечно же, я не очень хочу этого пилота, потому что у меня есть механик, еще его качать надо, он недокачанный. Ну, начинаем. Первая таверна, поехали. Так, бесполезный валун, колесо к гаджетам, дробовик на катер и 150 кристаллов. Кстати, неплохо. Вторая таверна, поехали. Колесико и 150 кристаллов, кстати, и вот этих хрени для пилотов. Кстати, разработчики нас наебали, походу. Тут должно быть 5 наград, а у нас всего 4. Заскамили нас. Ну и последняя таверна. Жало. Нахуй оно мне надо. Пулемет, кстати, неплохой. Катерное оружие. Ну почему нету еще одной дырки? Комплект ХП. Ну, короче, хуйня. Я так подумал, вот вижу, у меня 300 гемов есть. А в Битлбанд есть ресет, в общем. Как думаете? Думаю, в принципе, нужно сделать сброс. Хотя 60, блин. Не очень уверен, конечно, в этом. Давайте пойдемте на твин, сейчас я переключусь, для вас это будет одна секунда, а для меня будет долгие несколько минут. Друзья, ну что ж, вот я и на твинке нахожусь, это мой, блядь, смс-ка, иди нахуй. Это мой твинк, я сделал престиж, как бы, из-за таверны, большей части из-за этого. И тут у меня 65 молока, то есть хватит на 2 таверны. Я, конечно же, мог набить еще молока побольше, то есть... Битвбанд у меня еще не висит запрет на кубки. Ну тут очень сложные соперники, а гемов у меня все меньше и меньше. Поэтому лучше открыть, мне кажется, 2 таверны, чем пытаться накопить на 3 и просрать все гемы. Так, вот тут от пилота я, конечно, не отказался, потому что у меня там только один, короче, пилот у меня тут. Так, это вообще мусор один выпал. Печально, конечно, даже кристаллов не дали. Ну что ж. Что, блядь? Комплекты. Блин, это вообще невезучие таверны, кстати, вообще нихуя не выпал, пиздец, ебанулись аж вообще они, что ли. Где мои кристаллы, где мои детали? Выпал только один этот реверс блядский, все, вообще, мне еще на основе повезло. Кстати, возможно, можно попытаться сделать тут победы, да, там все дела, пробовать накопить, но тут очень сложные соперники, поэтому, в общем, я очень сомневаюсь, что у меня выйдет это сделать. Так, ящик, ну я его потом заберу. Ну, в общем, я сейчас постараюсь набить еще молока на одну таверну, но ничего не обещаю. Короче, друзья, еще одна таверна на основе. Я сделал ресет Битлбанд за 60 гемов, и у меня еще одна таверна. Пожалуйста, 300 гемов. Надо наколдовать как-то. Дайте мне эти 300 гемов. Там, они выпадают один раз, надеюсь, что они мне выпадут. Давай, четвертая таверна. Нихуевый такой импульс. Блять, охуеть, он мне выпал. Лучше бы ты, блять, мне на твин, паскуда, выпал. Пиздец, просто ебануться. Короче, вот он, паскуда. Эти карта навыков тут такое себе, конечно, да. Потому что у меня есть уже механик один, лучше бы на твин ты мне выпал. Эх, ну ладно, на твинке его не суждено второго пилота получить. Тут, а это уже четвертый тут. Думаю, на этом ролик можно заканчивать. Конечно же, пилот выпал не на том аккаунте, на котором я хотел. Не забывайте про лайк и подписку, потому что меня это очень сильно мотивирует. А также 6 таверн никто не открывал на ютубе. Я видел только парадокс 4 штуки открывал, а 6 я ни разу не видел. Поэтому за такой ролик, думаю, не жалко прожать лайк и подписку. Всем удачи, всем пока.